Гомельская областная организация Белорусского товарищества Червоного Крыжа для оказания допомоги одиноким пенсионерам притягнула 158 волонтеров. Причем только набытием продуктов харчевания и леков их задача, звичайно, не обмежевывается. Наши корреспонденты наведали областную структуру. Яніна Гарбачевська – волонтер з 5-годовим стажем. Педагог-організатор 22-ї Гомельської середньої школи. Яна навіть створила у гэтай навчальній установі волонтерський отряд, у який уваходить каля 30 школьників. Правда, під час пандемії коронавіруса до наведування одиноких застарелих їх не притягують. Сама Яніна до своїх подопічних приходить у свободний від основної праці час. Причому тільки набиттям для їх продуктів харчування і ліків наведування, звичайно, не обмежовується. Некому необхідно допомогти по хатніх справах, некому оказати медицинскую допомогу на кшталт вымярэння тиску. Але и гэта не самое галоўнае. Все-таки им не хватает больше общения. Вот мы тоже недавно были у пожилой женщины. Она инвалид второй группы, но хоть и было как-то... Она очень обрадовалась, что к ней вообще пришли, что не продуктом она обрадовалась, а то, что пришли живые люди и поговорили с ней. Допомогу тим, хто має у гэтым потребу, Червоний Криж оказывает завсёды. Але у сучасной эпидемичной ситуации она особливо запотребованная. Пожилые люди и люди с инвалидностью не только имеют высокую риску заражения. Часто яны просто физично не могут выйти за межи кватеры. В принципе, стать волонтером может каждый, кто пройдет специальный курс научения. Користаться послугами неподрихтованного человека у Червоном Крыжи не будут ни в яким разе. И справа не только у необходимости притримливаться мер безпеки. Они должны обучаться, значит, как разговаривать с пожилым человеком, значит, какой алгоритм, как они берут деньги, какие продукты они получают, как они приносят рецепты, где они рецепты должны эти выписывать, кто им передает. Каждый договаривается со своим подопечным. То есть специальному обучают. Ну и плюс, чтобы были корректными с пожилыми людьми. Люди пожилые же разные бывают. Олег Сенцюров, Максим Савин, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель».